Всем привет! Я вышла на улицу, у нас здесь вот такие вот лужи большие. Вот. На улице минус один всего. Мы сейчас хотим съездить в ателье и зашить Колину куртку горнолыжную. Она у него порвалась. И нужно замки еще поменять, где карманы. В общем, поедем сейчас в ателье. А я хочу зайти в магазин, взять что-нибудь попить себе, чай какой-нибудь. В общем, скажу сейчас. Возьму вот такой сок вишневый. Еще два сникерса взяла себе и Коле. Отвезли мы Колину куртку в ателье. Делать ее будут 2 дня. Завтра, потому что они не работают. Вот. А мы сейчас приехали в парк Гремячая Грива называется. Будем сейчас там гулять. Да, сейчас немножко здесь прогуляемся, подышим воздухом и поедем за Максимом. Потом его нужно будет сегодня забрать. Он уже там у бабушки наигрался. Вот, поэтому мы пошли маленько пока прогуляемся. Такой вот здесь лесочек. Там солнышко садится, закат. У нас время 4 часа, уже закат. Там детская площадка. Снежок здесь чистый, беленький. Коля в тоненькой курточке, поэтому долго гулять не будем. Убежал. Ну, ты что-то убежал. Мы уже идем обратно, то что-то прохладно стало. Такие домики там хорошенькие стоят. Вот. Людей очень много гуляет. Ну и мы еле припарковали машину. Очень место много народу. Ну, сейчас тоже место есть. Ну вот, идем уже обратно, замерзли. Даже я уже что-то маленько подзамерзла. Коля-то подавно, наверное, да? В такой курточке тоненькой. Вон там камни какие-то. Много очень площадок детских. Всякие турники, горочки. Сейчас пойдем почитаем, что там за камушки. Вот здесь различные камни, описание о них. Каждый камушек. Раньше был музей. Ну, там он дальше был, правда. Мы ходили, смотрели. А сейчас либо его сюда перенесли, либо здесь тоже был. Но здесь мы не видели. Вот. И такие вот булыжники здоровые. Ладно, все, пойдем быстрее, а то уже холодно. Все, мы выехали отсюда. Сейчас поедем за Максимом. Давай не за Максимом, давай вот сюда вот заедем, посмотрим, что есть такое. А что тут этот... Перекусить можно что-нибудь? Я так понимаю, да? Магазинчик. Ну, там, кстати, это... Всякие кексики продают. Пироженки. Я себе взяла вот такую вот штучку в кексы крендель. Там вроде как соленая карамель, сгущенка и латте себе взяла. Буду сейчас пить кофеек. И все, и теперь уже точно мы едем за Максом. А я тоже хочу латте. Ну попей. Не, я хотел в смысле себе целую. Ну так а что ты не купил? Ну не знаю, что я... По стаканник все равно, видишь, один второй занят. Ну да. Ну все, едем за Максимом. Уже у нас, кстати, немножко так стемнело. Луна даже вон виднеется. Здесь так это, ну хорошо, так деревья везде. Лесочек. Здесь воздух, да, чище, чем? Да, здесь даже дышать как-то легче. Угу. Сейчас поедем опять. Дышать непонятно чем. Мы уже забрали Макса, приехали домой. Максим уже даже покупаться успел. Сидит, мультики смотрит и мамдам скушает. Я уже поменяла постельное, тоже убралась, пропылесосила, коврики ортопедические почистила. В общем, мы сейчас хотим
сесть поужинать. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас там еще есть. И будем кушать, садиться. Сели мы кушать. Максим точно не здоровался сегодня, да, еще? Привет всем. Он же у нас отсутствовал. Ну да, вчера. Да. Максим, Максим супчик кушает. Вкусный. Я гречку с котлеткой кушаю. У нее греется. Потому что кто-то вытащил мою из микроволновки и не дал мне погреться. Кто бы это мог быть? Интересно. Мама, что ты хочешь сказать? А что ты хочешь сказать? Что сказать мне, да. А ты не хочешь чайку налить? То я? Ну. У меня чайку, которую мне можно. И Максу тоже не надо. Знаю. Ого, что у тебя тут такое? А что тут гитара делает? Я устроила так. Ну, я поняла. Давай кушай, не балуйся. Максим, ты тоже будешь чай? Посудомойка там у нас как раз посуду отмыла. Сейчас надо будет еще вот эти вот сковородку, кастрюльку поставить туда. Ну, это уже завтра будет мыться у нас. Вот, а сейчас мы садимся кушать. Максим уже почти покушал, пока мы садимся. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Это наша мини-елочка, которую я в Леруа Мерлен покупала. Вот она растет. Ну, вот эти вот штучки, я так понимаю, они станут иголочками. Пока они очень мягкие. Вот. Ну, растет. Значит, ей у нас неплохо, да? Ну, да. Когда будем елку убирать? Летом. Помнишь, у нас один раз елка стояла до мая? Да, помню. Ну, вот в мае ее уберем. Что-то уже это... Ну, у нас вся растрепанная. Макушка что-то уже прям в другую сторону куда-то. По ней лазит. Макс ее это самое теребит. Плюс Макс ее с нее снимает кошку, как попало. Ну да, тут постоянно столько иголок, хотя у нас елка искусственная, а иголок сыпется как с настоящей. Угу. Я тут решила Максу немножко домик разукрасить. Бабочку сегодня разукрашу. А тут у нас в домике Боня живет. Она сама туда залезла. Сама она залезла через окошко, она лазит туда. Она открыла, от нее залезла? Ну. Ну, а что она там грызет? Ну, дом грызет. Она его съест потом. Нельзя Боня грызть. А тут уже это... Портила, да, уже? А мне кажется, это не она, это, мне кажется, мальчишки тут играли. Может, залазили через окно или что он... Помялась. Я не думаю, что Боня могла так сильно помять. Он вообще-то картон плотный такой. Вот. Макс там начинал, конечно, разукрашивать, но ему очень быстро все это дело надоело. И он сказал, что надо вместе разукрашивать. Вот. Поэтому я ему тут немножко решила помочь. Ну, потихонечку. Сегодня бабочку разукрашу. Смотри, выходит. Ай! Выходить-то проще, чем залазить туда. Окошки сюда открываются. Привет. Закрыть? Лапой закрывает. Ладно, буду я продолжать раскрашивать. Вон. Она закрыть, закрыть. Ладно, буду разукрашивать. Сегодня бабочку разукрашу, завтра там, может, время будет, еще что-нибудь подразукрашу. Боня, ты там что делаешь? Я тут разукрашиваю, фломастер шумит, и Боня сейчас, по-моему, дом сломает. Боня, ну-ка вылазь оттуда. Последний штрих, и бабочка моя готова. Я ее как-то долго разукрашивала,
Уже даже Максим ко мне тут прибегал. Пытался вот пчелку разукрасить и немножко крышу. Максим разукрашивал и убежал мультики смотреть. Вот, у нас время уже много. Будем уже ложиться спать. Вот я сейчас смонтирую видео. Выкладывать буду утром. Мне так удобнее почему-то. Я вечером монтирую, а утром уже выкладываю. Вот. Пойду Макса спать укладывать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, до завтра.